сейчас я хочу сказать пару слов о той теме, которую мы уже затрагивали. Это трафик. Трафик бывает двух видов: поисковый и рекламный. А в чем разница? Сейчас у вас на экране скрин поиска в Яндексе. И человек набрал в Яндексе фразу «купить слона», ну или, например, какую-то другую. Так вот, в левой части экрана вы видите результаты этого поиска. И человек может перейти по ссылке из этих результатов. Это будет человек, пришедший к нам по поисковому трафику. То есть он набрал в поисковке какой-то запрос, поисковка ему выдала результат, и он к нам пришел. В правой части экрана у нас рекламный трафик, вернее, рекламные объявления. Человек может набрать какой-то запрос в Яндексе, и в соответствии с этим запросом Яндекс ему показывает какое-то рекламное объявление. И если он пошел не по результатам поиска, а по рекламному объявлению, соответственно, он у нас придет как человек, пришедший по рекламному трафику. Поисковый трафик и рекламный трафик – это две разные статьи расходов для вас. То есть вы можете привлекать человека по рекламе и можете привлекать человека по поисковым запросам. Давайте сейчас поговорим немножко о привлечении людей по поисковым запросам. Чем выше находятся результаты вашего поиска, тем больше вероятности, что много людей будет приходить к вам. То есть, если результаты, человек ввел запрос, а результаты поиска находятся на какой-нибудь пятой странице, то вряд ли человек дойдет до этой пятой страницы и оттуда перейдет к вам. Если результаты поиска выводятся сразу под поисковой строкой, то наибольшая вероятность того, что человек к вам придет. Соответственно, чем выше в результатах поиска находитесь вы, тем больше людей к вам может прийти, тем больший объем рынка вы можете откусить. И для того, чтобы находиться как можно выше, нужно продвигать свой сайт, соответственно. Опять же, это делают конторы, о которых мы говорили раньше, и специально обученные люди. Это называется SEO-оптимизация, что в переводе на наш язык обозначает Search Engine Optimization. Что, собственно говоря, происходит? Как происходит поисковая оптимизация? Она делится на несколько вариантов. Первое. Это, ну, ваш сайт должен быть удобным, хорошим, классным, тогда есть шансы, что он будет подниматься в рейтинге поисковых систем. Чем выше ваш сайт в рейтинге поисковых систем, тем выше, тем ближе к поисковой строке они выводят этот сайт. Соответственно, если ваш сайт удобный и красивый, он поднимается чуть-чуть выше. Следующее. Чем регулярнее вы публикуете уникальный контент на вашем сайте, тем выше поднимается ваш сайт. Что это значит? Если вы продаете слонов, старайтесь каждый день или хотя бы через день писать статью про слонов. То есть писать контент с теми словами, которые могут быть запросом в ваших поисковых системах, но писать для людей. Если вы будете писать статьи для поисковых роботов, то современная поисковая система, как правило, рейтинг таких спамовых статей ставят низким, и это не работает. То есть пишите интересный для людей контент, тогда ваш сайт будет подниматься в поисковых системах. Ну, соответственно, не только писать, нужно ставить качественные фотографии, делать нормальные видеообзоры и так далее. Итак, первый вариант – это качественный и регулярно обновляемый контент. Как правило, крупные интернет-магазины, ну и не только крупные, покупают такой контент. То есть заказывают статьи на соответствующие темы, ну и так далее. Подробности вы можете спросить у тех людей, которые будут продвигать ваш сайт. Следующий момент, то, чем занимаются поисковые оптимизаторы, это покупка ссылок. Зачем это делается? Чем больше ресурсов ссылается на ваш сайт, тем выше он в глазах поисковых систем. То есть
поисковая система видит, что на ваш сайт много ссылок, значит, ваш сайт, наверное, кому-то интересен, и поднимает этот рейтинг. Но покупки этих ссылок нужно делать очень аккуратно и грамотно. Иначе, если вы только открыли свой сайт, и у вас в сети появилось огромное количество ссылок на вас, то поисковая система понимает, что сразу вряд ли количество ссылок вот моментально на вас так вырастет. И, скорее всего, вы пытаетесь нечестно с точки зрения поисковой системы поднять свой рейтинг. И ваш сайт вплоть до того, что могут забанить. И следующий момент, который важен для поискового продвижения, это технические настройки. То есть, чем грамотнее написан код вашего сайта, тем быстрее ваш сайт загружается, тем лучше поисковый робот, который приходит из поисковой системы, видит ваш сайт, понимает, что на нем находится. Чем лучше показывается поисковому роботу ваш сайт, тем выше он, опять же, в глазах поисковой системы. И для того, чтобы все это делать грамотно и качественно, лучше всего нанимать специально обученных людей или специально обученные конторы. Итак, по поисковому трафику какие-то более или менее важные моменты мы рассмотрели. По рекламному трафику они, в общем-то, похожи. И я не вижу смысла уже углубляться в технические тонкости. Все, что будет подробней, вы обо всем сможете поговорить с ребятами, у которых вы все это будете заказывать. Переходим к следующей теме.